4 липня в Одесі прощалися з Олександром Шишковим. Футбольний функціонер, менеджер, тренер. Багато історичних постатей прийшло сьогодні на алею стадіону Чорноморець, щоб віддати свою шану людині, яка загинула від російської ракети після трагедії в Сергіївці. Там Олександр готував дітей до турніру, який мав відбутися в Білгород-Дністровському. Взагалі останні місяці Олександр працював саме тренером, працював з дітьми. Взагалі більшість свого життя, а загинув Олександр молодою людиною, трохи більше 40 років, Олександр присвятив саме дітям, їх вихованню, їх фізичному вихованню. Футбольна школа «Атлетик» стала такою гідною опцією для конкуренції з тим же «Чорноморцем». Дуже важко підбирати слова. Я сам багато років знав, Олександр більше 10 років знав, на що він пішов, щоб побудувати перший стадіон, продав власну квартиру. Потім таких стадіонів становилось все більше і більше. Команд становилось також чимало. Гравці грали вже в чемпіонатах України. Останні роки «Атлетик» такий створив таку собі колаборацію з футбольним клубом «Балкани», з командою майстрів, з командою другої ліги. Олександра знали і йшли до нього працювати тренерами футболісти, які грали в збірній Україні, в Одеському Чорноморці. Це легенди одеського, українського футболу. Сьогодні на прощання з ним не тільки футбольні постаті, це і учні, це і діти, це і батьки. Дуже багато сліз. Дуже багато слів, хоча, що тут говорити, Одеса, футбольна Україна втратила неабияку людину, яка не просто займалась футболом, не просто вона любила його. Олександр Шишков знав, як керувати футболом, знав, як робити так, щоб діти отримували задоволення, батьки отримували задоволення, щоб футбольна Одещина не стояла на місці. Зараз ми почуємо кілька важливих речей про Олександра. Всі ми його знали, поважали, і дуже шкода, що російська агресія забрала життя дійсно талановитої людини, непростої людини, у якої була своя думка з різних приводів. Це була освічена людина, політолог, не просто тренер, не просто вийти, щось там віддати передачу, зіграти там футбол, показати, як забивати гол. Олександр був ще й психологом, знав вихователем, знав, як знайти підхід до кожної дитини, до кожного мама, тати, бабусі, дідусі. А на турнірах, які проводив Олександр, завжди було свято, сам чимало побував на них. Дуже шкода, знов повторюся, давайте про Олександра почуємо все те, що накопилося у людей. І дуже шкода, що війна продовжує забирати таких людей, які чимало могли ще зробити і для Одещини, і для України. Я только что родителям сказал, что вся футбольная общественность, ну, наверное, благодарит их за такого сына, потому что Саша, что касается футбола, что касается спорта, что касается детей, создавал, очень долго трудился над созданием этой школы «Атлетик». И, насколько всем известно, «Атлетик» – одна из школ в Одессе, которая представляла достойный уровень Одессы и Одесского региона. Вот. Ему за это большая честь и хвала, с почуття близким и родным, потому что такая трагедия, ну, мы вообще не можем себе представить, что в 21 веке происходило 4 месяца или 4,5, люди гибнут сплошь и рядом, дети гибнут. Когда ты утром узнаешь, что в курорт Сергеевка, в детский лагерь прилетает ракета, а там находится наш коллега, и ты просто не понимаешь, это действительно так оно все происходит, или это тебе снится. И, ну, то есть очень сложно подобрать какие-то либо слова, потому что трагедии вокруг
происходит много. Каждый день кто-то теряет близких и родных, у кого-то горе. И когда оно настигает твоих каких-то родных, близких, друзей, то ты ощущаешь это, через себя это все пропускаешь, и очень сложно говорить что-либо другое. Еще раз повторюсь, я родителям сказал спасибо им за такого сына, потому что очень большое количество детей было задействовано в школе «Атлетик», а это его рук дело, и мы будем вечно его помнить, и огромную ему благодарность за то, что он всего себя вложил на воспитание деток и на детский футбол. Наверное, все мы, и город, и областные спортивные структуры, наверное, будем прилаживать максимум усилий, чтобы эта школа продолжала жить. И я даже, наверное, будем предлагать, чтобы был «Атлетик» Шишкова. Ну, наверное, все-таки это будет правильно. Как это все будет дальше происходить, никто не знает. Вот, надеемся на это, что будут люди, которые так же, как Саша, будут влаживать и силу, и душу, и финансы в эту школу, потому что это большой пласт, его нельзя просто взять и вырезать. А светлая память Александра Шишкова, я думаю, будет запечатлена на этой школе, и мы будем, увы, не вживую, но всегда его вспоминать и всегда помнить о том, что Александр подарил радость этой школе и многим-многим детям. Дикая несправедливость. Человек, который решал государственные вопросы, социальные вопросы, он созидатель, он творец. В расцвете сил своих, который творил, и так жизнь оборвалась. Но он живет и будет долго жить, потому что он создал коллектив, в котором первичное было воспитание детей. Не только физическое совершенство, а моральная чистота, духовное богатство. Очень много уделялось оздоровлению. Вот это ПГТ Сергеевка, это было оздоровление. Оздоровление идеи, укрепление здоровья. У него не хватало суток. Не хватало, потому что столько забот, столько всего. Да. И я когда узнал, это для меня большой авторитет, это человек компетентный во всех сферах. Да. Я когда узнал, как это все организовалось, что вокруг ему повезло, что у него соратники вокруг него хорошие были. Да. Доверие было. Он же свою квартиру продал. Начинал с этого. Чтобы постелить поле и заниматься детьми. Да. Поэтому для меня он большой авторитет. Я горжусь, что работал с ним где-то около 7 лет. Все, что создано там, в Сергеевку, это его руками. Его отец мэром был когда-то, ПГТ Сергеевка. Это традиционно. Он там все время с детьми со своей. Он создал семью. И создал семью нашу, спортивную семью, которая много делает и будет много делает. Молодежь, подростки, отвлечение от всего негативного. Это он занимался. Получается, там Богу он нужнее, чем здесь. Я не знаю, это человек от Бога. Ну, столько можно сказать, столько хорошего. Ну, боец, даже посмотрите, как он погиб. Погиб мужественно, лицо у него, это все. И рядом, какой он интеллигентный, рядом снимок молодости. Почему так случается? Вот я же говорю, ну, я звонил Никите Павловичу Симоняну. Поздравлял 95 лет, да. Я все время вспоминаю, он говорил: Виктор, снаряды рядом рвутся. Но то поколение, то, которые уходили, там Якушин, это вот эти все знаменитости, Маслов, давайте все. Он говорит: ну, хочу спросить, а не кого уже? Я говорю: Никита Павлович, вся общественность, вся эта, профессионалы,
хотят на юбилей у вас побывать, столетие. Он засмеялся, говорит, буду терпеть, да. Столько людей пришло, и идут люди. Так только, наверное, к Прокопенко так провожали. Настолько нелепая и горькая потеря для нашего города, для футбола. Ну, как осиротели мы все. Я не нахожу больше слов, честно. Скажите, а что он делал, Сергей? Ну, тут это широкой души человек. Он сам родом с Белгорода, и он в Сергеевке просто по зову сердца начал проводить тренировки с детками. У него там была группа 60 человек. Плюс он мне буквально накануне этой трагедии, мы с ним общались по телефону, он мне говорит, что все ближайшие села подтянулись. Он говорит, под 100 человек уже готовы заниматься. Он абсолютно бесплатно, он ездил по селам, тратил свое время на бензин, на топливо. Знаете, с этим топливом как сложно. Он находил возможность, мячи дарил, форму детям дарил. В Сергеевке развернул такую деятельность. По ближайшим селам проводил тренировки абсолютно бесплатно. Абсолютно. Потом уже возобновил уже занятия своей группы в городе. Один день в Одессе, один день в Сергеевке, в Белгороде. Человек так искренне любил футбол и детей. И так это обидно и горько. Это большая потеря. Мне это было близко, потому что первый мой спорт был футбол. Это действительно определенная, знаете, такая семья, спортивная, футбольная семья. И вот Саша, как, знаете, он вписался, он именно был, ну вот как-то, ну это его было. Это его было. Футбол, дети, атмосфера дружбы, команды, одесский дух. Вот я когда приходил на игры, там проводили турниры вместе, ну как вместе, я там чем-то помогал, был рядом. Я смотрел, как, я им завидовал. Завидовал то, что они занимаются любимым делом. Они растят спортсменов, они растят будущее нашей страны. Конечно, это такая белая зависть, знаете. Смотрел, говорю, и этим ребятам всегда хотелось помогать, Саше, Вове. Всегда хотелось помогать, потому что они жили этим. Они жили, у них одни вопросы были, где какое поле, как открыть, как больше развить сеть, как больше сделать хороших условий для того, чтобы дети занимались. Поэтому, конечно, сегодня для меня большая, для Одессы большая утрата о том, что молодой человек, которого жить и жить, творить и творить, воспитывать детей. Эти твари оборвали жизнь прекрасного человека. Так же, как и они обрывают жизни многих мирных людей, детей, калеча их, убивая их. Это сегодня правда. Мне очень хотелось бы, чтобы хоть кто-то, хоть как-то через эту... Через этот блок информационный, который они поставили, чтобы люди узнали правду. Но не может быть так, что они все просто настолько зомбированы и не видят, что они вытворяют здесь. А если видят и поддерживают, то Бог им судья. Помилуй нас, яко по сукаке чужде свою зрак.